Thank you.
насколько все плохо? Плохо. Мы только что потеряли связь с двумя нашими форпостами. На дальнобойных сканерах видно что-то крупное. Не об этом ли нас предупреждал Шепард? Готов поклясться, так и есть. Сколько у нас времени? Немного. Я всех предупредил. Флоты мобилизуются. Да поможет нам Бог. Капитан? Ты уже не должен так называть меня, Джеймс. Так я и честь отдавать не должен. Надо идти. Тебя хочет видеть Комитет обороны. Звучит важно. А в чем дело? Не знаю. Мне сказали, тебя требуют. Срочно. Андерсон? Адмирал? Неплохо смотришься, Шепард. Жирку только вот прибавилось. Как жизнь в отставке? Не так уж плохо, когда привыкнешь к горячей пище и мягкой кровати. Мы все уладим. Что происходит? Куда все так торопятся? Адмирал Хакет мобилизует флоты. Кажется, слух дошел до командования Альянса. К нам движется что-то большое. Жнецы? Мы не знаем. Не уверены. Что еще может быть? Если бы я знал... Вы знаете, что мы к ним не готовы. Причем абсолютно. Скажешь это Комитету обороны? От Комитета толку не будет. Мы же не заговаривать жнецов до смерти собрались. Просто они напуганы. Никто из них не видел того, что видел ты. Мы все читали твои доклады, видели твои данные, но для нас это просто теория. Ты был там, на поле боя, воевал с ними. Ты знаешь, на что они способны. Поэтому меня отстранили от полетов? Отняли мой корабль? Ты знаешь, что это не так. Ты такую кашу заварил? Любой другой был бы уволен и отдан под трибунал. Тебя от этого уберегли твои знания о жнецах. И это ваше спасибо? Да, я тебе верю, Шепард. И комитет тоже. Я всего лишь солдат, Андерсон, а не политик. И не должен им быть. Мне главное, чтобы ты любым способом остановил жнецов. Вас ждут, адмирал. Удачи, Шепард. Андерсон. Шепард. Эшли. Капитан-лейтенант, как все прошло? По ним не разберешь. Сейчас я жду приказа. Адмирал. Пойдем. Вы знаете капитана? Знала когда-то. Адмирал Андерсон, Шепард. Что происходит? Мы надеялись, вы нам расскажете. Судя по сведениям, картина не имеет аналогов в прошлом. Молчат целые колонии. За пределами ретранслятора мы потеряли связь. Что бы это ни было, оно невероятно могущественно. Вы позвали меня, чтобы подтвердить то, что уже известно? Жницы здесь. Тогда как нам их остановить? Остановить?
Это вопрос не стратегии или тактики. Это вопрос выживания. Жнецы лучше развиты. Они сильнее. Они умнее. Они не боятся нас. И ни за что не будут жалеть. Но должен быть способ. Если мы хотим выжить, то нужно сражаться всем вместе. И все? Это весь план? Адмирал, пропала связь с лунной базой. Луна? Они не могли так близко подобраться. Как они прорвали нашу оборону? Сэр, британский штаб наблюдает врага. Почему не было вестей от адмирала Хакета? Что же нам делать? Все, что нам остается, либо сражаться, либо умирать. Нужно попасть на Нормандию. Это вы? Доложите обстановку. Нормандия меня не слышит. Свяжитесь с ней. Встретимся на посадочной площадке. Конец связи.